Опозиційна платформа «За життя» оголосила та затвердила списки кандидатів у місцеві ради. Ми видвинули більше 500 кандидатів в депутати, в органи місцевого самоуправління. Ми видвинули кандидатів в мери городів. Це люди конкретних діл і поступків. Відбулося усе за протоколом та у рамках конференції Херсонської регіональної організації партії. Першим номером у списку ОПЗЖ до Херсонської обласної ради йде голова Херсонської регіональної організації «Опозиційна платформа «За життя» Єгор Устинов. Я абсолютно впевнений в тому, що ми займем первое место на этих выборах. Мы сформируем большинство в Херсонском областном совете. Займем ключевые должности, руководящие должности в этом органе местного самоуправления. Під час конференції на посаду Херсонського міського голови було висунуто Михайла Опанащенка, який розповів про реальні кроки, які б допомогли повернути Херсону його комфорт та ідентичність. В городі Херсоні необхідно міняти абсолютно все, починаючи від структури управління, закінчуючи фактично тим составом управленців, які которые сейчас есть на данном этапе, потому что в основном город Херсон – это разрушенные исторические здания, это грязные улицы, это разрушенные дороги, это заброшенные парки, поэтому вопросов достаточно много. У справах Скадовска добре обізнаний діючий секретар міської ради Олег Сокольчук. Говорить про основні завдання, із якими буде балотуватися на посаду міського голови. Это поддержка наших туристического сектора экономики, развитие инфраструктуры инженерной и поддержка социальной сферы. У нас в городе проходит порядка 10-12 фестивалей, это за период лета. В этом году мы их потеряли в связи с тем, что у нас коронавирус. Мы планируем возобновить и расширить как раз город Скадовск за счет туризма, за счет культуры, за счет спорта. Для этого планируется и реконструкция набережной. Що ж стосується програми опозиційної платформи, то її пункти деталізує Єгор Устинов. Болючими є питання продажу землі, опалення та соціальної сфери. Херсонська область являється сільськохозяйственной. І для нас вопрос продажи землі, вопрос ее разбазаривания, он является абсолютно принципиальным. Мы абсолютно уверены, что Херсонская область в этом вопросе скажет решительное «нет». Наши представители в всех органах местного самоуправления, которые будут в большинстве представлять своего избирателя, они сделают все для того, чтобы те разрушительные реформы, которые, к сожалению, реализовываются сегодня в нашей стране, были остановлены. Чтобы ни одна школа, ни одна больница, ни одно учреждение культуры не было закрыто. Чтобы мы продолжали газифицировать нашу область, чтобы мы продолжали обеспечивать систему круглосуточной водоподачи, чтобы зимой наши люди не мерзли. Вот это те принципиальные задачи, с которыми мы идем. Ирина Мезенцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.